Хуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в рулетку, смертельную рулетку, и на этот раз вышел режим в Роблоксе. Да, уже выходил, на самом деле, один режим, но он был как-то не очень, и плюс, ребят, ну там было прикольно, что мультиплеер, здесь мультиплеера нет. Тут, типа, вот сделали копию, поэтому туториал. Ого, приветствую здесь. Приветствую. Так, первый раунд, ребята. Два... О, вот это вот всегда бы так. Два хороших, два плохих, ребята. И тут чисто как будто взрывать надо, офигеть. А, ну понятно. Взрывная рулеточка, ребята, все понятно. Connected бомбе. Угу. Так. Переключатель, да. Угу. Ну, вот так вот мы и сделаем. Теперь коннектится к моей бомбе. Понимайтинг, понимайтинг. Да, все легко, ребята, все легко. Все изи, все, действуем. Вот этот. Вот чувствую, прям чувствую. Бам. Нет. Нет, господа. Ладно, спасибо за помощь, братик. Спасибо тебе огромное. Найс. Вторая, вторая, вот чувствую вторая. Два, 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 два. Давай, двоечка. Ля, может кто-то еще в школе двоечку получил? Тогда точно нет. Нет, реп... Ай, какой, ай, какой. Бамс. Трямс. Офигеть, ты смотри, что творит. Так, аккуратней сейчас. Ну, спасибо, спасибо, что подсказывать. Ой, блин, три против двух. Угу. Да, понимаю, понимаю. Двоечка, двоечка, двоечка. Если та была пустой, значит это должно быть полный. Бамс. Да ну нафиг, два! Уф, 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 ребят, хорош, хорош. Давай, 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 братик, ну-ка. Гэри, пока. Найс. Так, ладно, хорошо. Первый мы затащили. Вау, ребят, аплодисменты. Вау, уху. Четыре жизни. Пять раз можно переключить. Давай сделаем это интереснее. Давай, давай, предметы, да. Так, после каждого раунда, короче... Да, два предмета. Понимайтинг, понимайтинг. О, найс. Не, ну это, кстати, хорошо. Ага, только одна. А у него туалетная бумага. Так, ладно, понимаю. О, братик, ну это уже нечестная игра пошла. Бамс. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Как некрасиво, как нехорошо. Первый раунд-то изичный был. Да. Ну тут уже он для себя. Он еще и подлечиться может, я так понимаю, этой туалетной бумажкой. Так, ага, газировочка, бу. 3-2. А можно я буду ходить? Пожалуйста, у меня просто лупы есть. Может, я буду ходить уже, не? Братик. Вау, там ничего не будет. Да, ты посмотрел лупы, молодец. Умница. Ну что ж, Гэри. Есть. Не, а можно положить? Угу. Ну он подхилится. У него еще молоток там! Бамс. Вопрос, вопрос. Он сейчас первую заюзает или нет? Так, хилимся. Конечно. Так. Так. Аплодисменты. Молодец! Молодец просто! Умничка! Умничка! Какой ты умничка! Ты в мою лупу посмотрел, а? Ты в мою лупу посмотрел?
почему именно первая? Ну, слушай, у меня капец бомбит, у меня просто капец бомбит. Так, тут понятное дело, что применяйтинг пошел. Так вот делаем. Не должно быть. Но если будет, то это кабела. Фух. Ладно. Тут, конечно, мы применяем бинтик, естественно, юзаем. Какой ты молодец, а? Вот интересно, а вот эти попытки можно как-то, я не знаю... восполнять, потому что после них, если ничего не остается, что мне нафиг делать? Вот так вот, ну так вот, значит. Так, молоток у меня есть. Сколько? Ага. Ну давай. Первая. Не, вторая, ребят. Вторая. А, стой. Фух, слава богу, хоть так можно. Давай. Но если нет, это капец. Габела. Так, ладно, у меня две попытки еще. После этого он начнет, конечно, выёжи. О, найс. Два на два. Ладненько. Это найс. Это найс. Это очень хорошо. Есть же. Пожалуйста. Удача. Удача. Пожалуйста. Я очень надеюсь, что он обезвредил... Ребята, он мог обезвредить, короче, именно бомбовую, а не обычную. Потому что у меня же попыток больше не останется. Ну, делаем, брат. Не, ладно, я пофиг, я вот так делаю. Я просто боюсь, ребят, что он, скорее всего, обезвредил. Серьезно? То есть он чисто просто обезвредил ту. А вот сейчас будет интереснее игра. Все-таки он не прям предвидит все. 1 на 3. Офигеть, у меня еще наручники до сих пор. И у него лупа есть, и у него наручники еще. Ну ладно, он сейчас не сможет, конечно, применить их, но... Ладненько, дружище. Но это дело чести. Дай бог. Давай. Да есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Это прикинь, это второй еще этап. Боже мой, наконец-то третий. Мы дошли до него. Капец, тут жизни 7 раз можно покликать. 4 предмета. Вы что, прикалываетесь? Два на три. Ах, вот так вот, значит, да? Не, ну ты начал, конечно, позырить. Да все, да я понимаю. Ну, восстановится. Он восстановится. Да, это круто, что мы это сделали, но он восстановится. Это такой бред сделали, ребят, чисто. Просто, ну зачем? То, что он может восстанавливаться, бинты по КД могут до бесконечности быть, а кнопка нет. Ну, круто. Теперь. Ну, дай бог.
Ну, он опять восстановится. Да, братишка, молодец, умница, умница. В итоге у меня 5. Блин, мне нужен молоток. О, найс. Молотка нет. Но зато, ребят, 2 на 2. Он, правда... Так, сейчас давай посмотрим. Ладненько. На, держи, братик. Держи, братик. Жалко, молотка нет. Жалко, молотка нет. И четвертое. И четвертое. Пожалуйста, не нажимай четвертое. Я тебя прошу. Спасибо. Ладно. 3 молотка у него. Еще и наручники. Да ну нафиг. Пожалуйста, мне молоток. Ну, вы... Ой, блин, от предметов надо избавляться, короче. What a shame. О-о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 -
Так, я предлагаю сделать вот так вот один фиг. Там 5 молотков, и лупа есть, и наручники есть. Дружище, ты не обнаглел ли? Ну смотри, он сейчас лупу применяйтинг, молоточек применяйтинг. Ну дай бог, конечно, он сейчас не применит. А, ну слава богу. Слава богу. Блин, найс, 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 найс. Какая катка, просто капец. Бамс, прямс. А это туториал, ребят. Ладно, лупа у меня есть. Да нет, ну хватит. Ой, у тебя нет места. А обязательно вот это вот каждый раз повторять, а? Смотри, сколько у меня, блин, пивасика. Квасика. 1 на 3. Офигеть. 1 на 3. А я, знаешь, а я так же буду. А я так же буду делать. Я буду избавляться от предметов. Ты такой умный. Умница. Молоток. У тебя нету места. Вау, спасибо, спасибо. Спасибо тебе огромное, я понял. Два на два, найс. Он первый ходит. Ну, братик, тут, извини, все, тут финал, тут финал. Все, пока. Знаешь, чтоб интересней было. Держи, держи подачу. Офигеть, тут надо еще больше стараться, ребят. Тут еще надо больше стараться, чем... А все? Это все или нет? Да, тут, к сожалению, только один уровень. Ну что же, друзья, вот такая вот игрушка. Финал, концовка. Лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.